З 21 лютого у Славутицькому центрі надання адміністративних послуг з'явилась можливість оформлення для громадян України біометричних паспортів для виїзду за кордон та паспортів у вигляді ID-картки. Ми готувалися к этому дуже довго. Разработали свою систему. Запускаемся сейчас в тестовом режиме. Почему в тестовом режиме? Потому что хотим определить свою пропускную способность, сколько паспортов в день мы сможем принимать. Вчера для нас было очень волнительное время, потому что как только было опубликовано объявление, люди пошли практически сразу. Сразу пошли. И здесь мы, так как ЦНАП настроен на максимальную открытость, на максимальную информированность, поэтому сейчас было решено, принято такое решение, что мы будем работать в тестовом режиме и в порядке живой очереди. То есть люди подходят в 9 часов утра, у нас в 9, в 10, как только у нас открывается ЦНАП, человек подходит к пятому рабочему месту, у нас здесь лежит чистый листок бумаги. И человек записывается сразу. То есть максимальная открытость, никого слева мы не принимаем. Люди заняли очередь, люди подошли, люди записались. На сегодняшний день записалось 12 человек. Последняя запись уже происходила в начале 11-го. Большого ажиотажа, который мы все-таки ожидали, его не было. Люди очень культурно все подошли, записались, оставили свои мобильные телефоны. И то есть, как вы можете видеть сейчас, народу у нас нету, в ЦНАПе все спокойно, идет обыкновенный прием посетителей. Люди подходят по своему времени и спокойно фотографируются, снимают свои отпечатки пальцев, то есть делают все действия для оформления своего паспорта. Робота з клієнтами триває приблизно 30 хвилин. Про час прийому вам відомо з попереднього запису. А якщо ж буде невеличка затримка, то ви зможете зачекати у комфортних умовах. Ще хочу сказати одне, що у нас ЦНАП – це фронт-офіс. То есть мы работаем с посетителями, но мы не являемся субъектами надания этих административных послуг. Субъектом надания административной послуги по оформлению загранпаспорта и паспорта в форме ID-карточки так и осталась миграционная служба. Поэтому мы приняли пакет документов, мы сфотографировали, отсканировали, взяли все ваши отпечатки пальцев. В конце рабочего дня весь этот пакет документов мы несем в миграционную службу, и там он еще раз проходит определенную проверку. Поэтому я прошу славутчан относиться к этому с пониманием. Девочки только учатся, поэтому если кого-то будут вызывать на перефотографирование, все бывает. Пожалуйста, относитесь к этому спокойно. Мы набираемся опыта. До речі, паспорт громадянина України, ID-картку, можна оформляти з 14 років. Додаткову інформацію щодо оформлення вищезгаданих документів ви зможете знайти, завітавши на сайт центру. Я вчора зайшов, я заходила в ДМС Славутича, туди, на Київському, і виходить, да, дійсно, люди там займали, звісно, не з 4, не з 3, там з 6 утра підходили, вже стояли, ждали і формували очередь живую. Как здесь? А здесь я узнал, что сегодня будет, но так как первый день, в принципе, к 8 подъехал, уже пару человек стояли, те, кто знали, что сегодня будет работать, и поэтому то есть, уже вот в 11 часов уже как бы заявка оформлена. Насколько вы довольны сервисом? Ну, сервис хороший. Пока аппаратура новая, все новое, поэтому хорошо, приятно. Просторное помещение, можно посидеть. Как говорится, специалист записывает твой телефон. Если ты не пришел по времени своей записи, то тебе хотя бы наберут и скажут, что вы должны сейчас подойти. Ну, или там какие-то у них проблемы, например, там задержка будет в операциях. Поэтому пока что все хорошо, так оно и должно быть. Единственное, что надо еще, конечно, организовать электронную очередь, как во всех других центрах надания. Ну, то есть есть электронная очередь, через интернет можно записаться. Ну, специалисты сказали, что у них все в процессе. Так что все хорошо. Хорошо, быстро. Очень красиво здесь, просторно. Девочки очень приветливые. Мне понравилось. Не приходилось ждать в очереди? Ну, немножко подождали, но мы записались и по времени, то есть как бы недолго. То есть примерно сколько ждали? Ну, минут 40, да. Ну, в целом ваши ожидания оправдались? Оправдались, да, конечно. Очень хорошо.
Что-то можете сказать работникам этого заведения? Спасибо большое, работайте. Зарплат побольше. В течение месяца мы все-таки будем изучать полностью спрос. Мы будем смотреть, нужна нам эта электронная очередь, не нужна нам эта электронная очередь. Может быть, мы будем записывать просто по телефону. Мы очень хотим, чтобы славучане оставляли свои отзывы, что они хотят. Потому что Центр на Дону административных послуг, он создан именно для славучан, для того, чтобы они получали административные послуги в комфортных условиях, с максимальной информированностью и с максимальной открытостью. Поэтому сейчас у нас находится наш сайт ЦНАПа в разработке. Соответственно, электронная онлайн-запись там возможна. Но мы будем смотреть, нужна она Славутичу, либо она не нужна. Крім цього, тут ви зможете оформити документи стосовно дозволу на виконання будівельних робіт, реєстрації декларації чи зміни до неї, отримати сертифікат про готовність об'єкта до експлуатації тощо. А головне – все спокійно, толерантно, зрозуміло, без скандалів і черг. Сьогодні перший день. Славутичани у Центрі адміністративних послуг можуть оформити закордонний паспорт, біометричний паспорт або ID-карточку – паспорт громадянина України. І, як ми побачили, це все відбувається дуже організовано, без всіляких черг і великого ажіотажу. Отож, приходьте, оформляйте потрібні документи і отримуйте насолоду від гарного сервісу.